Если Укака Еша, стрелявший в Йылмаза, будет казнен, его посадят в тюрьму на 10 лет. Хаят встречается с Йылмазом, чтобы спасти своего отца. В случае его смерти Йылмаз пожертвует все свое имущество Хаяту, спасшему ему жизнь. Узнав об этом, Шахести снова приводит Хакки в действие, чтобы избавиться от Хаята. При поддержке Хандана Укака Еша и его семья решают бежать за границу. Однако Йылмаз, позаботившись о своей работе, дал Йедигару необходимые указания. Принимая предложение руки и сердца, Хаят не думает, что Йылмаз разведется с женой. Несмотря на то, что Хаят любит Али, Йылмаз – это не шутка. Шахести соглашается на развод и обращается с небольшой просьбой. Перед разводом молодые люди соберутся за ужином, чтобы пожениться. Воспользовавшись приглашением, Укака Еша приходит на ужин с пистолетом. Напряженность между Йылмазом и Укака Ешаеем, которые хотят раскрыть тайны, перевернет жизнь всех за столом с ног на голову. Хаят, приехавшая в Стамбул вместе со своим отцом Укака Ешаеем ради своей мечты, участвует в конкурсе моды холдинга Харисоглу. Владелец холдинга Йылмаз оказывается в кругу мести, когда появляется старый враг его отца. Неожиданное предложение руки и сердца Йылмаза, желающего иметь большую семью, произведет на всех эффект разорвавшейся бомбы. Если Укака Еша, стрелявший в Йылмаза, будет казнен, его посадят в тюрьму на 10 лет. Хаят встречается с Йылмазом, чтобы спасти своего отца. В случае его смерти Йылмаз пожертвует все свое имущество Хаяту, спасшему ему жизнь. Узнав об этом, Шахести снова приводит Хакки в действие, чтобы избавиться от Хаята. При поддержке Хандана Укака Еша и его семья решают бежать за границу. Однако Йылмаз, позаботившись о своей работе, дал Йедигару необходимые указания. Принимая предложение руки и сердца, Хаят не думает, что Йылмаз разведется с женой. Несмотря на то, что Хаят любит Али, Йылмаз – это не шутка. Шахести соглашается на развод и обращается с небольшой просьбой. Перед разводом молодые люди соберутся за ужином, чтобы пожениться. Воспользовавшись приглашением, Укака Еша приходит на ужин с пистолетом. Напряженность между Йылмазом и Укака Ешаеем, которые хотят раскрыть тайны, перевернет жизнь всех за столом с ног на голову. Хаят, приехавшая в Стамбул вместе со своим отцом Укака Ешаеем ради своей мечты, участвует в конкурсе моды холдинга Харисоглу. Владелец холдинга Йылмаз оказывается в кругу мести, когда появляется старый враг его отца. Неожиданное предложение руки и сердца Йылмаза, желающего иметь большую семью, произведет на всех эффект разорвавшейся бомбы. Если Укака Еша, стрелявший в Йылмаза, будет казнен, его посадят в тюрьму на 10 лет. Хаят встречается с Йылмазом, чтобы спасти своего отца. В случае его смерти Йылмаз пожертвует все свое имущество Хаяту, спасшему ему жизнь. Узнав об этом, Шахести снова приводит Хакки в действие, чтобы избавиться от Хаята. При поддержке Хандана Укака Еша и его семья решают бежать за границу. Однако Йылмаз, позаботившись о своей работе, дал Йедигару необходимые указания. Принимая предложение руки и сердца, Хаят не думает, что Йылмаз разведется с женой. Несмотря на то, что Хаят любит Али, Йылмаз – это не шутка. Шахести соглашается на развод и обращается с небольшой просьбой. Перед разводом молодые люди соберутся за ужином, чтобы пожениться. Воспользовавшись приглашением, Укака Еша приходит на ужин с пистолетом. Напряженность между Йылмазом и Укака Ешаеем, которые хотят раскрыть тайны, перевернет жизнь всех за столом с ног на голову. Хаят, приехавшая в Стамбул вместе со своим отцом Укака Ешаеем ради своей мечты, участвует в конкурсе моды холдинга Харисоглу. Владелец холдинга Йылмаз оказывается в кругу мести, когда появляется старый враг его отца. Неожиданное предложение руки и сердца Йылмаза, желающего иметь большую семью, произведет на всех эффект разорвавшейся бомбы. Если Укака Еша, стрелявший в Йылмаза, будет казнен, его посадят в тюрьму на 10 лет. Хаят встречается с Йылмазом, чтобы спасти своего отца. В случае его смерти Йылмаз пожертвует все свое имущество Хаяту, спасшему ему жизнь. Узнав об этом, Шахести снова приводит Хакки в действие, чтобы избавиться от Хаята. При поддержке Хандана Укака Еша и его семья решают бежать за границу. Однако Йылмаз, позаботившись о своей работе, дал Йедигару необходимые указания. Принимая предложение руки и сердца, Хаят не думает, что Йылмаз разведется с женой.
Несмотря на то, что Хаят любит Али, Йылмаз – это не шутка. Шахести соглашается на развод и обращается с небольшой просьбой. Перед разводом молодые люди соберутся за ужином, чтобы пожениться. Воспользовавшись приглашением, ОККЕ Ша приходит на ужин с пистолетом. Напряженность между Йылмазом и ОККЕ Ша Еем, которые хотят раскрыть тайны, перевернет жизнь всех за столом с ног на голову. Хаят, приехавшая в Стамбул вместе со своим отцом ОККЕ Ша Еем ради своей мечты, участвует в конкурсе моды холдинга Харисоглу. Владелец холдинга Йылмаз оказывается в кругу мести, когда появляется старый враг его отца. Неожиданное предложение руки и сердца Йылмаза, желающего иметь большую семью, произведет на всех эффект разорвавшейся бомбы. Если ОККЕ Ша, стрелявший в Йылмаза, будет казнен, его посадят в тюрьму на 10 лет. Хаят встречается с Йылмазом, чтобы спасти своего отца. В случае его смерти Йылмаз пожертвует все свое имущество Хаяту, спасшему ему жизнь. Узнав об этом, Шахести снова приводит Хакки в действие, чтобы избавиться от Хаята. При поддержке Хандана ОККЕ Ша и его семья решают бежать за границу. Однако Йылмаз, позаботившись о своей работе, дал Едигару необходимые указания. Принимая предложение руки и сердца, Хаят не думает, что Йылмаз разведется с женой. Несмотря на то, что Хаят любит Али, Йылмаз – это не шутка. Шахести соглашается на развод и обращается с небольшой просьбой. Перед разводом молодые люди соберутся за ужином, чтобы пожениться. Воспользовавшись приглашением, ОККЕ Ша приходит на ужин с пистолетом. Напряженность между Йылмазом и ОККЕ Ша Еем, которые хотят раскрыть тайны, перевернет жизнь всех за столом с ног на голову. Хаят, приехавшая в Стамбул вместе со своим отцом ОККЕ Ша Еем ради своей мечты, участвует в конкурсе моды холдинга Харисоглу. Владелец холдинга Йылмаз оказывается в кругу мести, когда появляется старый враг его отца. Неожиданное предложение руки и сердца Йылмаза, желающего иметь большую семью, произведет на всех эффект разорвавшейся бомбы. Если ОККЕ Ша, стрелявший в Йылмаза, будет казнен, его посадят в тюрьму на 10 лет. Хаят встречается с Йылмазом, чтобы спасти своего отца. В случае его смерти Йылмаз пожертвует все свое имущество Хаяту, спасшему ему жизнь. Узнав об этом, Шахести снова приводит Хакки в действие, чтобы избавиться от Хаята. При поддержке Хандана ОККЕ Ша и его семья решают бежать за границу. Однако Йылмаз, позаботившись о своей работе, дал Едигару необходимые указания. Принимая предложение руки и сердца, Хаят не думает, что Йылмаз разведется с женой. Несмотря на то, что Хаят любит Али, Йылмаз – это не шутка. Шахести соглашается на развод и обращается с небольшой просьбой. Перед разводом молодые люди соберутся за ужином, чтобы пожениться. Воспользовавшись приглашением, ОККЕ Ша приходит на ужин.